Вітаю! В ефірі програма «Тіп-топ новини» і я, Настя Вяткіна. Сьогодні ми збираємося розповісти вам багато цікавого. Не перемикайте! З Владом Савкіним ми познайомилися на автомобільних перегонах. Хлопець брав участь у змаганнях на квадроциклах. А ще ми дізналися, що Влад мріє стати всесвітньо відомим гонщиком. Владиславу тільки 11 років, а він вже відомий на всю Україну гонщик. Їздить на квадроциклі із 7 років. Змагається у категорії кантри-крос. Это полное удовольствие. Катайся, разгоняйся на полную скорость. Главное не победа, главное участие. Усім однолеткам, які теж хочуть відчути екстрим на трасі, радить тренуватися щодня. Йому пощастило. Порадами допомагає тато, теж гонщик. Чому-то учу, где-то что-то подсказую. От я ремонтирую там свою техніку, он... Мне помогает, то есть ему это интересно. Значит, мы пока создали только два класса, только кросс, кантри-кросс и хард-эндуро. Кантри-кросс – это используется квадроциклы, которые ездят по песку, по обычному, а хард-эндуро – это гонщики меняют свои шины и начинают свой квадроцикл делать в грязюке. Владислав не приховує, як і всі діти, він іноді лінується та не хоче йти на тренування. Але коли сідає за кермо улюбленого квадроцикла, забуває про все. Каже, страшно буває тільки перед стартом. І попереджає, боягузам у цьому виді спорту не місце. Бо без падінь, аварій, травм змагання обходяться рідко. Желання було вже і більше за цей руль не сісти. Ну, все одно. Я хотів отримати кубок, і я отримав. У арсеналі Владислава вже є не одна нагорода, але в його планах стати всесвітньо відомим гонщиком. Тому хлопець на досягнутому не зупиняється. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». Дівчата з танцювального колективу «Родзиночка» вже побували на багатьох конкурсах в різних країнах світу. А нещодавно вони стали учасниками телевізійного шоу «Зірець з таланту». Журналістка Настя Садома познайомилася з юними танцюристами. Колективу «Родзиночка» 13 років. Дівчатка встигли побувати на конкурсах по всій Україні і навіть за кордоном. Танцюють переважно народні танці, але експериментують із іншими напрямками хореографії. В яких жанрах працює ваш колектив? База у нас народного танца, но ми беремо всі направлення, крім індійського і бального. І сучасну хореографію, у нас є номер «Контемп», у старшей группы джаз поставили, новая постановка. Будем в феврале месяце ее. У нас скоро премьера. До кожного концерту родзиночки готують прем'єру. Може, тому їх виступи такі цікаві. Наприклад, вот этот номер «Ми – це Україна» ми спеціально готовили к этому конкурсу «Зірець таланту». В этом номере участвуют все участники нашего коллектива, от самых маленьких, которым 4 годика, до самых взросленьких, которым 19 лет. Итого на сцене у нас было в этом номере 65 деток.
А які були твої емоції, коли ти почула, що ви зайняли друге місце? Ну, я, во-первых, очень сильно обрадовалась. Слезы сами по себе покатились. Хотелось, конечно, их остановить. Но они катились, я не могла ничего сделать. Я прыгала от радости, даже ногу подвернула. Но это не главное! Главное, что у нас второе место, и мы заняли его честно. Танці для родзиночок – більше, ніж хобі. Танці для них – це життя, кажуть дівчатка. Какие тебе танцы больше всего подобаются? Вообще, мне нравятся все танцы. Один танец добавляет силы, второй танец добавляет эмоции, третий добавляет дружбу в коллективе. Родзиночки розповіли, що у них великі плани на майбутнє. Гран-при Одеського фестивалю вже мають. Тепер поставили за мету стати переможцями телешоу «Взірець таланту». Мы надеемся, что у нас это будет еще не раз, еще много раз, что мы часто будем выступать на телевидении, и нас увидят по всей стране, и будут болеть за нас, будут знать нас, узнавать, будут смотреть наши номера. Зараз родзиночка готує новий танець, на який дівчаток та керівника колективу надихнув джаз. Побачити їх виступ можна на телепроєкті «Взірець таланту» за Міраном Абашидзе. До речі, ми запросили Амірана стати гостем нашої наступної програми. І з радістю вас з ним познайомимо. Спеціально для програми «Зіток новини». Рубрика «Зіркові гості» вже стала традицією для нашої програми. Сьогодні в гостях програми «Тіп-топ новини» письменник Гарик Корогоцький. Розмовляла з гостем Софія Стокчук. Здравствуйте, ми дуже раді, що ви приїхали. Який у вас був найлюбимий предмет в школі? І ви добре вчились? Я дуже плохо вчився, Сонечка. Ну, нікому об этом не говори. А любимый предмет у мене був математика. А чому ви дуже любили математику? Дело в тому, що у мене мама бухгалтер. Наверное, это генетика, это передалось через гены, и я в душе тоже бухгалтер. Я люблю считать. Я даже выиграл какую-то олимпиаду. Вы помните свою самую первую школьную любовь? Да, хорошо помню. Я ее сейчас вспоминаю иногда. Это была школьная красавица, ее любили многие, но я думаю, она даже не знала об этом. А как ее звали? Ира. А вы были творческим ребенком? Нет, я был скорее хулиганистым ребенком. Меня исключили из пионера, потом из комсомольцев исключили. В книге «Как потратить миллион, которого нет» и другие истории еврейского мальчика есть список ваших в детстве прочитанных книг. Да. Их там очень много. Это правда? Нет, это часть правды. А еще часть, а вторую часть правды я вспомнил потом. Их было намного больше. Какие книги вы читали в детстве? Это совершенно случайный набор. Сейчас такого понятия уже нет. Это книжный шкаф. Вот дома, в каждом доме был книжный шкаф. Книжный шкаф, и так как книги не помещались в книжный шкаф, потом люди обрастали еще книжными полками где-то там над сервантом. И вот эти книги, которые попали к нам домой случайно, а книги были дефицитом, их нельзя было купить, их не было в магазинах, я и прочитал. Это совершенно случайный набор. Там есть книги, к которым я сегодня бы на пушечный выстрел не приблизился. Но много попалось хороших книг. Какой ваш самый любимый писатель? Не знаю. Мне не тяжело одного выделить. Ну да, если один, то это два, Ильф и Петров. Вы мечтали в детстве стать знаменитым? Видишь ли, Соня, я не знал, что это такое. Мы вообще не знали, что такое знаменитый. Знаменитый – это был Брежнев, председатель ЦК. Или какой-то писатель, или артист. Нет, даже мыслей таких не было. Ты что, это страшно подумать. Мечтал... Сначала мечтал поступить в кинематографический институт в Москве, в ГИК. А почему? Мне казалось, что это интересно.
Вот это, кстати, отвечу на твой вопрос, творческий ли я был человек. Наверное, творческий, потому что я мечтал поступить в ВГИК. А потом выяснилось, вот выяснилось всего 2 года назад, что, оказывается, у меня дядя был известным режиссером в Петербурге, который мог просто поднять трубку и попросить, чтобы меня приняли в институт, и меня бы приняли в ВГИК. Но, к сожалению, тогда семья скрывала, что мы родственники. Потом мечтал о финансовом благополучии. Деньги хотел. Я считал, что вот мне нужно для полноты счастья вот такая-то сумма, плюс машина и квартира. Сейчас я уже понимаю, что деньги и счастье – это вообще не связанные вещи. А что такое счастье? Когда просыпаешься с улыбкой и засыпаешь с улыбкой. И сейчас улыбаешься. У вас есть 3 дочки и 1 сын. Вы строгий папа? Я не думаю, что я очень строгий папа, но я не балую детей. Наказываю ли я их? Это может быть наказание. У меня все дети, кроме младшей, потому что она не достигла этого возраста, с 12-13 лет работают. Причем это не такая работа, где можно получить фан, удовольствие, когда ты просыпаешься и думаешь, когда же уже быстрее на работу. Например, дочь у меня работала помощником повара. Помощник повара знаешь, что делает? Чистит картошку и моет кастрюлю. Помощником повара в благотворительной столовой в синагоге. А сын работал помощником повара в ресторане. Это тоже такая работа. Тоже те же картошка и та же кастрюля. Но это не наказание, я считаю. Я хочу, чтобы они поработали и увидели, насколько это нелегко. Дело в том, что вот заниматься любимой работой – это удовольствие, это кайф. А заниматься нелюбимой работой – это не очень хорошо. Полюбить чистить картошку они не смогли. То есть они не хотят всю жизнь чистить картошку. Поэтому им нужно пахать. Какое самое ваше яркое воспоминание детства? Первая любовь, которая не знала, что она первая любовь. Футбол во дворе. Вообще двор. Самое яркое воспоминание, наверное, это двор. Сейчас же нет дворов как таковых, да? А тогда был двор, и мы общались. Это вот это был наш Фейсбук. Специально для программы «Тип-топ» новости. Це все, про що ми хотіли сьогодні розповісти. Пише новини на нашому каналі в Ютубі TV Тип-топ Ньюс. Побачимо за тиждень. Бувайте! С Новым годом вас, Тип-Топ! Пусть огромным, как сугроб, будет сладость и гора, пусть вас смотрит детвора, и в году, что наступил, чтоб никто вас не забыл. От души желаю вам не один я килограмм интересных новостей и таких, как я, гостей.